19 мая. С вами Евгения Мангуби с репортажем Trading Center WebTV. Сегодня акции биржи США дешевеют. Трейдеры снова обеспокоены торговыми переговорами с Китаем. Показатели продаж розничной торговли указывают на растущий уровень инфляции. Пока рынки играют на понижение, доллар США растет. Курс евро и доллара на 0,67% ниже и составляет 1,1848 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,58% ниже и является 1,3477 пунктов. Пара доллара и иена на 0,57% выше, текущее значение 110,29 пунктов. Пара фунта стерлингов и японской иены под давлением и уже опустилась ниже восходящей линии тренда. Краткосрочные позиции будут ниже 149,5 пунктов со значениями 148,20 пунктов и 147,90 пунктов. Биткоин на 2,87% дешевле, его стоимость составляет 8512 долларов. Золото по-прежнему дешевеет, его стоимость находится ниже скользящих средних, краткосрочные позиции будут ниже 1305,5 долларов со значениями 1288 долларов 75 центов и 1283 доллара с половиной. Серебро на 2,52% дешевле и составляет 16 долларов 22 цента за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специальный ряд Trading Central WebTV.